Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир. Наш НЕК нарвался на большого робота, надо быстрее как-то с ним расправляться, ребята. Это просто золотой какой-то огромный робот. Как нам с ним справиться, я пока не знаю. Вон главный гоблин летает наверху на этом самолете, и капец это. Давай суперудар, может быть, я попробую на него использовать. Да хорош, я что, не использовал, что ли? Ну-ка я снесу его. Тихо, не трогай меня, ты что делаешь? Во, я суперудар попал. Попал в него суперударом. Да что ты... Какой-то он вообще перемещается, как будто телепортируется. Дерзкий робот. У меня совсем мало жизни уже остается. Ты представить не можешь силу этого робота. Вообще представить не... Да чё? Очень сильный робот. Ну-ка, как он открывается, не открывается? Когда бить-то, блин, его? Откройся! Давай, надо прессовать его, наверное, по-жесткому. Ай! Я когда прыгаю, он меня начинает бить. Да что такое-то, а? Хватит. Не, ну я попадаю, в принципе, иногда по нему. Во! Я понял. Надо увернуться в момент, когда он замахивается. Давай. Победа будет со мной. Давай, давай. Опа, осторожно. Готовься к поражению. Есть, я ему втащил маленечко. Давай. Ну, НЕК, давай, так держись. Слабо. Конечно, слабо. Атаку. Да попади ты разочек хотя бы, а. Не можешь шевельнуться, НЕК. А что ты сделаешь? Он меня парализовал. Есть, я ему дал. Вот эти выстрелы опасные, он, видишь, меня парализует и все. Гоблины восстанут снова. Ты не сможешь нам помешать. Так медленно, НЕК. Заряжай. Ай. Бей. Ну-ка быстрее, может, пособираем пока янтарь. В принципе, суперудар можно здесь накопить. Атаку! Бей быстрее! Есть! О, от него отваливаются запчасти. Слабак. Чё слабак-то? Ничего не слабак, нормально все, давай. Так. Ну. Кто из нас слабак? Ну-ка, откройся, давай. На тебе суперудар. Бей, НЕК, бей! Молодец! Ну попади хоть, а! Молодец, блин, не попал ни разу. Да что ты делаешь-то? Отвали от меня, дурачок. Отойди, что еще близко так подходит. Ну-ка, быстрее, вот сейчас удар. Как с ним бороться, я не знаю, он какой-то крепкий. Давай, бей, вот сейчас. Есть. Еще бы так попасть. Отступаем, говорит, прикинь. Давай отступай, вали отсюда. Тебя. Да тихо, во! Надо в этот момент бить. Есть, на! Да не надо по мне попадать, еще раз я говорю. На! Так, до суда мы пока еще не добирались, нормально. Я его положил просто. Спускайся сюда, ты чё там? Груду металла свою забирает. О, видал как? Не выдержит твой кораблик сейчас. Куда ты полетел? Вернись обратно. Значит, нам еще с ним предстоит разобраться. Как нам его догонять теперь? Итак, мы в деле. Конечно. НЕК, пора завершить миссию. Мы разобьем их войско. Или, точнее, остатки их войска. После того, как одолеете Гандахара, встретимся в пустошах и найдем ту фреску.
Пошли, Лукас, готовиться к экспедиции. Земля гоблинов. Значок получен, значок Гандахара. Артиллерия! Нас атакуют, ребята, мы летим, капец как. Аккуратно надо лететь. Неужели мы разобьемся сейчас, а? Нек, держись! Я попытаюсь удержать самолет и дотянуть вон до той скалы. Док, давай, я верю в тебя. Ой-ой-ой-ой-ой, ну рули куда-нибудь, а ну что ты? Ничего себе, нормально он посадил такой, раз. Легкая посадка. Спасибо, получилась. Мэг? Я могу починить мотор, но взлетать нам будет очень сложно. Собери все реликты, какие только найдешь. Мне нужно, чтобы ты вырос как можно больше. Идем, собираем реликты. Это уж точно территория Гандахара. Это понятно, что здесь надо аккуратно. Док, ладно, я, смотри, я зато кристаллов могу много здесь насобирать. Точнее, янтаря. А это очень хорошо, даже маленьким я смогу тогда справиться здесь. Хоть я и маленький щупленький Нек, зато я знаю, как со всеми этими бороться с ребятами. Может быть, потайная есть какая-то комната, а? Давай-ка поищем. Надо все реликты собрать. Док очень надеется на нас. А, вот как раз потайная нашлась. Так ее вроде и не видно отсюда было. В поисках реликтов идем. Кто на этот раз нам будет попадаться? Ну-ка, глянем. Ой! А как с тобой бороться-то? Я что-то не... А, вот так, ладно. Давай, следующий. Жучки и паучки. Так, да... Не, надо, значит, не так. Надо отпрыгивать сразу. Как только его видишь, надо отпрыгивать. Скорпион. Тихо, я еще маленький, подожди, мне надо подрасти немножко. Где жизни-то взять? Что-то жизни маловато. Мы с тобой не сможем разговаривать, пока ты будешь в этих узких каньонах. Удачи с поисками реликтов. Ай! То эти жуки меня сильно бьют почему-то, вот именно которые летающие такие. Да тихо, говорю. Так, ну ничего, вроде разобрался шустро с ними. А, вот, вот и реликты, ребята, реликты, которые нам нужны. Док хочет, чтобы я насобирал их побольше, иначе мы не взлетим. Ай, тихо, как-то ты неожиданно появился. Куда? Ну вниз, не надо, наверное, прыгать вниз-то. А, он перепрыгнул, нормально, идем дальше. А это что за камни красные? Хватит крутиться, крутится здесь. Подожди, они что, меня убивают? Зачем я тогда на них прыгаю? Не буду прыгать. Да на уже тебе. Ладно, надо быстро пробежать.
Не трогать. Здесь только янтарь мне нужен. Еще янтаря. О, давай супер удар используем, а. Готовы, ребята, все, да? Почти все. Скорпионище. Реликты. Еще один. Не смог ты меня хвостом своим цепануть. А здесь надо аккуратно пропрыгать. В тот раз жуки эти кристаллы сбивали, и я мог нарваться на них. Ну что, ребята, поговорим, что-то вас много, четверо аж. Тихо, тихо, тихо. Минус два. Еще минус один. Давай с этим разберемся. На. Ох, ты опять пришли. Вот, можно зеленому дать. Так, вот. Стоять, не двигаться. Во, нормально, я уже научился с ними бороться. Скорпионов что-то много, капец. Так, этот покрутился, можно бить. Этого тоже, все. Бабамс, хорошо, нормально разобрались. С каньоном с этим. Что там? Проход? Нормально, значит, сюда и надо. Как на льду поскакали. Так. А ты откуда взялся? Тихо, не двигайся. О, реликты отсюда вывалились. Хорошо. Значит, здесь больше насобираем. Подходи по одному. Ой, что-то много-много, подожди, не торопись. Давай сюда, выходи с тобой. Здесь надо было разбираться. Да хорош, вы что меня закусали все? Да не, жизни мало. Ну ладно, прошел, может быть сейчас аптечку возьмем. Ай, тихо, отпрыгивай. А это другой какой-то, а, он поливает. На, ядом своим поливаешь тут, иди дальше. Ко мне не надо приставать. А где секретки, может, какие, а? Дверь какая-нибудь ломается. Надо же собирать нам все. Ох ты. Я даже и не приметил. Здесь как-то они неприметные. Тихо, тихо, пацаны, вы чё? Да, сразу вам так, потому что не люблю я, когда они издалека по мне так стреляют. А жизни опять поуменьшилось. Он что, попал по мне? Тихо, тихо. Следующий. Ой-ой-ой-ой-ой, аккуратно. Ну, чуть-чуть же оставалось-то тут. Ну-ка запомнить, как секретка-то выглядит. Вот камень такой. Здесь кто-то быстро по мне попал. Какой-то из этих гоблинов. Да хорош, а. Они очень быстро стреляют, вот поэтому они и успевают попасть. Да не надо было так делать. Ты чё? Еще скользко. Слушай, я если доберусь до тебя, то ты сейчас ляжешь, понял? Как до него допрыгнуть? Почему он не допрыгивает туда? Да хватит, а, ну чё ты? Нек, запрыгни, где надо зайти-то, я не пойму. Во, наконец-то. Пол хп мне снесли. Эти еще бегут. Дерзкие ребята, ты чё? Да отвали ты. Как же мне тут выжить-то, а? Отходи. Во. Наконец-то прошел. Давай дальше. Реликты, которые мне сейчас прям вообще очень сильно нужны. Ну запрыгивай, почему он не запрыгивает?
Я пытаюсь все найти потайное, что-нибудь здесь много таких бывает. Потайных комнат. Ну ладно. Опять жуки. Вот этого надо в первую очередь убирать. Да чё ты не прыгаешь-то, а? Как-то он криво там прыгает. Ай, она меня зацепила. Ну, быстрее набирай этих реликтов, чтобы уже помощнее стать. Этих что-то много, больно. На. На, еще раз. Тихо, тихо, будем с прыжка их бить всех. На. Да уже так, бей. Все, готовы. Янтаря побольше. Вот, прям как по заказу. Побольше янтаря сразу начали сыпать. Так, суперудар, быстрее. Готов. Всех гоблинов раскидали. Что-то я все собираю, собираю, а так особо-то и не вырос. Док там на меня надеется, что я много наберу этих реликтов. Ты чё пищишь, дурачок? О! В тот раз пригодился мне этот суперудар. Вообще очень нормально. Троих сразу вынес. А вот сейчас бы его, но нету. Ну так будем разбираться. Что же делать? Давай, крутись уже. А, этот не крутится, подожди. Да что ты делаешь, а? Ну, да как ты не допрыгнул-то? Хорошо, дальше идем. Проходим через пещеру, через каньон. Идем дальше, ребята. Сейчас мы посмотрим, кто здесь еще обитает. А как мы потом с доком-то встретимся? Я уж даже не знаю, куда я ушел. Ух, сколько вас тут. Дана. И тебе дана. А теперь мне только до тебя надо допрыгнуть. Слышь, гоблин. Да хорош, я же прыгал, когда ты не стрелял еще. Все, отлетаешь. Здесь, может, секретка есть? А? Точно? Точно, все. Еще надо чуть-чуть янтаря, будет суперудар. Вот сейчас бы его... Да хорош, а? Вот сейчас бы его использовать, как раз пока этих много. Да не бей ты эти камни. Красные вообще нельзя бить. Мало жизни вообще, чуть не погиб. Во! Большой ящик, сейчас полностью восстановимся. Супер. Вот так нормально. Нек уже устал бежать. Тайная база. Но тайную базу, ребята, мы проверим в следующей серии. Спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.